Еще раз здравствуйте всем участникам сообщества Цветанутые, всем гостям моего канала. Сегодня я еще хочу снять одно видео по посадке вот таких вот укорененных череночков. Я их укореняла в вермикулите, в крупном таком. Вот такие корешочки дала у нас бегония элатиор. Вот для этого нам потребуется стаканчики емкостью 100 миллилитров. На дно я насыпала немножечко перлита. Вот дырочки обязательно, здесь отверстие сделала для того, чтобы влага уходила, излишки. Вот, ну и собственно земля, в которой мы всегда в принципе укореняем, которая состоит из земли торовита, из кокосового субстрата, из верхового торфа. Здесь немножечко тоже перлит, вермикулит. В общем, вот такая вот земелечка у нас для этого приготовлена. Ну что ж, приступим. Значит, вот я насыпала немножечко на дно перлита. Сюда помещаю вот таким вот образом корешочек. Так, череночек с корешочком. Я хочу посадить по два. У меня их 4 штучки. Хочу посадить по два. Вот этот череночек у нас, он без корешка. То есть он был в вермикулите, но он у нас не укоренился. Но я его хочу все равно посадить вот сюда, вот вместе с этим растением. Будем надеяться, что он все-таки приживется и будут череночки у него. Я хочу сказать, что водичка, в которой укорененные уже пустили корешочки, черенки, она тоже обладает неким стимулирующим, корнеобразующим свойством, эта водичка. Вот. Ну, вот сейчас сюда я насыплю грунт. Таким вот образом, ложечкой аккуратненько. Вот. И так вот мы их укореним. Вернее, посадим укорененные. Ну, вот один черночек не укоренен. Но я все-таки надеюсь на то, что он все-таки укоренится. Вот. Таким вот образом у нас посадились череночки наши. Так вот аккуратненько постукаем по нижней части нашего стаканчика и польем из нашей спринцовки раствором, обычная водичка и содержанием НВ-101 на литр по 3 капли. Вот. Сильно не будем поливать, чтобы у нас не подгнивали. Вот сейчас влага спустится у нас до перлита, и перлит ее заберет, излишки. И вот в таком виде мы сейчас ее, вот этот стаканчик, поставим я в мешочек. Хочу еще все-таки немножечко тепличку такую создать для него. И вот таким вот образом мешочек с замочком у нас. Вот. Таким вот образом мы его закроем. Сейчас, секундочку. Защелкнется он у нас таким образом. И вот так тоже, как и все остальные череночки. Ну, это тоже корешками, но все равно. Ему нужно еще маленечко тепла. Такая тепличка индивидуальная каждого стаканчика. Сейчас я еще укореню два вот таких. Вот у меня еще остались череночки. Вот. Это мы укоренялись, вернее, садили с вами укорененный и неукорененный черешок. Череночек от бегонии элатиор. Вот. Ну что ж, на этом я заканчиваю свое видео. Прощаюсь с вами. Всего доброго. Кому понравилось, ставьте лайки, либо дизлайки, кому не понравилось. Может, какие-то советы мне дадите еще. Может, какие-то у вас вопросы возникли, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу на ваши все вопросы и комментарии. Всего доброго. До свидания.